швырнула ножницы и сказала перевязывать самому. Так, по словам жительницы Ленинского района, обслужили ее сына-инвалида в ОКБ номер 2. Парень приехал ночью в отделение гнойной хирургии, чтобы заменить повязку на недавно прооперированном колене. Предыдущая ослабла и обнажила рану, которую хирурги оставили открытой. Но наткнулся на крайне недружелюбный прием. Тем временем мать пациента рассказывает, что состояние ее сына заметно ухудшилось. И в этом может быть вина больницы. Как ситуацию прокомментировали в Минздраве, расскажет наш корреспондент. Эти кадры сняла девушка пациента в приемном покое гнойной хирургии. За несколько дней до инцидента парень проходил там лечение. Как рассказала мать, в 13 лет у сына нашли остеосаркому, которая поразила бедро. К счастью, подростка удалось спасти, но школьнику пришлось заменить бедренные и коленные суставы на протезы. Перед 14-летием ему сделали операцию в Москве, заменили кость на протез. В этом году была повторная операция на протез, там делали чистку, еще что-то заменили. После приезда домой почти где-то около месяца прошло после операции, у него пошло какое-то воспаление или как в колене, то есть нога горячая, жидкость какая-то. Тогда парня положили в гнойную хирургию ОКБ номер 2 и прочистили рану. Зашивать разрез не стали, а спустя неделю выписали и назначили перевязки в местной поликлинике. Но первая же продержалась на ноге недолго. Поздно вечером повязка спала и обнажила открытую рану. Дома мы не стали ничего сами обрабатывать, потому что мало ли все-таки инфекция. И я отправила его с девушкой с Ивоной до больницы, вот где ему делали чистку нога горячая. На 18. Но в больнице, по словам женщины, парню принялись хамить. Разматывай. Я не буду этого делать. Разрезай, разматывай. Иди тогда домой. Вы что, вообще что ли? Вообще. Вообще. Я сейчас просто жаловался. Что все. Жалуюсь. Пишите бумагу, что вы отказались. Перевязку парню тогда так и не сделали. Поменять ее пришлось лишь на следующее утро в поликлинике. А вот так ситуацию прокомментировали в самой областной больнице. Такое поведение со стороны медицинского персонала недопустимо. Руководство больницы проведет беседу с сотрудником. Медсестра приемного покоя могла войти в положение пациента и провести перевязку, хоть это и не входит в ее должностные обязанности, так как перевязка – это плановая медицинская помощь, которую оказывает по месту жительства в часы приема хирурга в поликлинике. В условиях стационара не перевязывают пациентов, получающих амбулаторную помощь. Тем временем Челябинка пожаловалась, что состояние ее сына и вовсе начало ухудшаться. У него периодически бывает температура, там 37,2, иногда вечером 38. Со вчерашнего дня у него температура держится большая. Позвонила сейчас в Москву, рассказала им всю ситуацию. Они сказали, что рана вообще не должна быть открытой, должна быть зашитой. И нужно лететь к ним. Вероятно, впереди у парня долгий процесс лечения и восстановления.